9 марта в Чехословакии, западнее города Лучинец, наши войска вели наступательные бои. Продвигаясь по скатам горных высот, советские части обошли с северо-запада и юго-востока крупный опорный пункт обороны немцев Блешовце. Ударами с трех сторон наши войска разгромили вражеский гарнизон и заняли Блешовце. Части 8-й немецкой легкой пехотной дивизии понесли большие потери и в беспорядке отступили за реку Крупино. Наши бойцы захватили два танка, самоходное орудие и четыре склада боеприпасов. На другом участке занята железнодорожная станция и крупный населенный пункт Крупино. Советские подразделения штурмом овладели горой Ситна, господствующей над районом боев, и вышли на ближние подступы к городу Панска-Штявница. На 5 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 33 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 57 самолетов противника.